Тихо-тихо-тихо, блин! Всем привет, чувачки, с вами Мел Скал, и со мной сегодня Полина. И сегодня у нас будет Бравл Старс. Многие писали то, что у Полины счастливая рука. Поэтому сегодня у нас будет необычный ролик. Полина будет открывать кейсы на мой основной аккаунт. И надеюсь, выбивать мне персонажей. Особая мотивация будет, это призы. За всех персонажей, кроме легендарок и хроматических, Полина будет получать 1 балл. А за хром и легендарку будет получать 2 балла. 1 балл. Шоколадка. 3 балла. Фигурка Фанко Поп. Любая, просто абсолютно любая. Но это уже посерьезнее, давай дальше. 5 баллов. Огромный лего набор. Любой лего... Не любой, подожди. Какой-то... Хороший такой, средненький. Такой, огромный. Ну, большой. Но... Огромный. Ладно. Ну и 7 баллов, это будет сумка Гуччи. Да ладно. Новый год, как-никак, я щедрый. А какая? Ну, я там сам выберу. Нашима, игрушечная такая. Такие маленькие сумки Гуччи. Я ее взял за 5 рублей. У меня сейчас на счету 2300 гемов. Полине можно потратить все до нуля. Твои ставки. Сколько? Я сегодня заработаю. Давай, твои ставки. Сколько я сегодня потрачу гемов? Все. Пишите в комментариях, сколько вы думаете, я получу сегодня баллов. Поехали. Поехала. Ты можешь тратить гемы на что угодно. Магазин. Сразу. Магазин. Особая акция. Что? Стоп, что? Покупаю? 169. А в смысле они одинаково стоят? Они разные, дорогие. Я считаю, очень выгодное предложение. Покупаю. 1500. А за деньги мне ничего не будет? Нет. А ты что думал, ты мега ящики купила, Полин? Ты можешь быстро кликать, там всего лишь 5, ничего не выпало. Фигня. Счастливая рука, у нее говорили. По идее, я очень давно не донатил ничего, поэтому должно что-то да выпасть. 6! Тихо! Ладно, мне не хватало одного гаджета и выпал гаджет. У меня еще 4 ящика в этом выгодном предложении. Ну, 5 ничего не выпало, до свидания. Что-то фигня одна, куда ты деньги потратила? Мега ящики, а ничего не выпадают. 6! Ну, это 1 балл. Это мифический, это не легендарный. Ты врешь, мне кажется, да? Нет, 1 балл. Ты сказал мифический, это хорошо. Так и записываем. 1 балл. Ну ладно, хоть шоколадка. Пока что выиграла только шоколад. Ну слушай, на самом деле хорошо. Я его давно уже хотел. Что ты мне значки покупаешь? Не надо. Слушай, как ты думаешь, что это ли еще? Ну, выгодное предложение. Берем. Так, очень интересно. Очень интересно. Ну, 5, ничего не выпадает. Мне кажется, больше ничего не выпадет, потому что то предложение было самым выгодным. Все, да? Да. Ну, одни пятерочки, все. Ну, не будем расстраиваться. Можно? Я не буду плакать. Я не буду. Слезы. Смотри. Слушай, вот ты должен в меня верить. Ты должен кричать мне: оле, Полина! Вперед! Вперед, ты сможешь! Сумка Гуччи тебя ждет! Вот так ты должен мне говорить, понял? Бери свое ухо. Давай! Я покупаю набор Бравл Парс. Я люблю играть в Бравл Старс, я знаю об этом. В этой игре все. Я играю уже 10 лет, я покупаю. Точно хочешь купить это? Я точно хочу купить. Наверное. А что так много, мало денег осталось у меня? Ну, потому что ты там накупила всякого. У меня... А где, куда делись мои деньги, Антон? Куда делись мои деньги? Подожди, я то открываю? Ладно, интересно. Все, Полина, заряжена! Набор значков! Не, нам значки не нужны, открывай только кейсы. Собрались, девочки. 5. 5 тоже, кстати, может выпасть, но очень редко. Кстати, поставьте обязательно пальчики вверх и подпишитесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Мы очень сильно запарились над этим роликом, так что с вас обязательно лайк, прям обязательно спуститесь. Если вы чтите наш труд, обязательно поставьте лайк. Лайк, быстро! Лайк, быстро поставим! Быдло такое... Я не пасхальный кролик, он тут. Скинь, забей, пожалуйста.
Это скин или персонаж? Это скин. Да блин! А я уже ты так понадеялась. Так, я открываю, открываю, ничего нового. Мир других мужчин. Я открою все-таки такой мир мужчин, чтобы не покупать мне сумки Гуччи за 7 баллов. Я хочу бесплатно. Так, давай, давай, давай. Я верю в тебя. Господи. Господи, боже мой. Мне кажется, сумка Гуччи не сегодня. Слушай, тебе хотя бы Лего-набор. Сердечко. Мы все ящики открыли, получается? Да, и ничего не выпало, получается. Слушай, ну и у меня тут есть кое-что. Куда мне зайти надо? Я хочу купить себе за деньги. Можно? Вот это? А может это как-то читерно, Полин, не думаешь, Полин? Ну хотя бы, ну, а что делать, если не попадается ничего? Ах ты какая крыса маленькая! Романтически! Да! Это 2 балла? А это 2 балла! Я уже фигурка фанк-попа, а ты ничего. Либо 3 шоколадки. Я не понял. В смысле? Не, ну я так с тобой не играю, это не честно. Не, ладно, ладно. Фигурка панка-попа. Продолжаем. Хорошо. А больше тут нельзя, да, никого купить? Так молчишь? Как будто можно. Я могу это тоже? А, это скины. Там бесплатный ящик бесплатный. Ну, ничего не выпало. Тут больше ничего нет, поэтому у тебя остается только Бравл Пасс. Ты можешь, кстати, скупить сразу до конца, прям далеко. А если мне потом не будет денег? У тебя не будет денег. Большой ящик. Да мне кажется, я сейчас ничего не выиграю, я останусь с фанкопопом или с 3 шоколадками. Ну или просто с попой. Тыкаем. Ну ничего, ничего. А гемы забыла? Ну ладно. Да, а что, они исчезли что ли? Нет же, ну это написано. Кристаллы. Гемы, это гемы. Это кристаллы. Это гемы. Большой ящик и мега ящик остался. Тебе ничего не выпадет. Нет. Подождите, сейчас. Мне нужна аура. Дорогие друзья, у меня осталось 1000... Да, не равно. Кто там? Кристаллов. Открываем большой ящик. Голема. Ну, неудивительно. В большом ящике, если 4 выпадает, значит, скорее всего, там что-то выпадет. Если в мега-ящике 6 выпадает, то скорее тоже всего что-то выпадет. Я не вижу никакой связи. Открываем мега-ящик. Топа-пупа. Маленький ящик. Говно. Большой ящик. Я ни разу не видел, чтобы за весь сезон Бравл Пасса ничего не выпало. Настолько лохов ты ни разу не видел, да? Все писали в комментариях, что ты такая везучая, тебе так везет. Мне кажется, вы меня сглазили. Подождите, мне нужно подкопить маны. Открываем чакру на везучесть. Слушай, перекрой свои вот эти каналы. Мне нужна моя удача, мой луч не попадает туда из-за твоего, понятно? Видите, я сегодня белый ангел. А это кто? Я Dead Inside. Открываем большой ящик. 2. Я не могу в такой атмосфере работать. Ну, маленький ящик. Ну, ничего, опять. Ну, большой ящик. Тоже ничего. Пожалуйста. Тебе тупо не везет очень сильно. Сейчас повезет, сейчас повезет. Ну, смотри, тут, допустим, перекрестные ящики. Как правило, в таких ящиках может что-то выпасть, потому что они такие, типа... Ты меня не утешай. Большой ящик открываем. Ничего, опять. Ну, тут может что-то выпасть. Большой ящик. Не, ну это уже нужно быть прям лохом. Маленький ящик. Зато у меня много очков силы. Я кое-что не... Я просчитался. Что? Не, ничего. Мне не хватит денег? Не, хватит. А, вот это? Нет! А это скин? Да. Привет. Романтически это 1 балл? 2. Это сколько? Это 5 баллов у тебя! Ну, красотка, красотка! Я, конечно же. Так, это у нас уже огромный лего-набор. Это финалочка, дорогие друзья! Пишите в комментариях, выиграю ли я 7 баллов сегодня или нет. Хэштег Полина лучше. Ну, так нечестно, ты взяла, купила просто персонажа, я не рассчитывал-то. А что, так нельзя было? Ну, я не думал, что ты купишь. Так, у нас осталось здесь, в этом сезоне, большой ящик. Открываем. Мега-ящик. Закрываем. Закрываем сезон. Так, у меня осталось 1080. Твои ставки. Получу ли я еще 2 персонажа? Или хотя бы 1 хроматический? Я надеюсь, ты получишь 1, и ты прям знаешь, что, типа, писеньки не хватит для того, чтобы получить просто сумку Гуччи. Это типа у меня будет лего и шоколадка, да? Большой ящик. Большой ящик.
маленький ящик. У меня один раз с ящика выпало так прям очень хорошо, поэтому ящики это с тоже маленького? Классно. Да, с маленького ящика, там есть шанс. Это типа 0-0-0-0-0-0-0-7. 0-0-0-0-0-0-0. Смотри, ящик единица, потом идет большой ящик, это 3 единицы, ну типа как 3 ящика. Потом идет мега ящик, это как 10 ящиков. Антон, я гуманитарий. Я не посчитаю теорию вероятности, поэтому я просто буду тыкать. Открываю мега ящик. Пятерочка, ну все. Открываю большой ящик. Тоже до свидания. Ну ты мне должна еще выпасть хотя бы одного. Я тебе ничего не должна. Не-не-не. Дорогуша моя. Одного мистического, пожалуйста. Мистического. Давай, давай, вместе, вместе. Вместе. Давай. Давай, я чувствую. Давай. Да иди ты уже. Мега ящик, не подведи, открываем. 5 сантиметров. Блин, что-то ты вообще не везучий. Так, а начиналось так красиво, слушай. И стоит не рост. Стоит не одной твоей ромашки. Закупаемся. Закупаемся, девочки. Подышали. Снова в бой. Ничего. Закупаемся до конца. Прям по нулям, да? Да. По нулям. Это будет правильно, потому что, ну чувак. А больше нечего? Ну, типа. Или есть? Не, ничего, ничего. Ну-ка. Нет, честно, вообще ничего нет. Нет, я схожу в магазин. Что тут покупать-то можно? Что-то ты таишь от меня. Ну-ка, рассказывай. Не, ну акции дня ты 2 выбила. Все, там больше ничего нет. Да честно. Антон, я же знаю, когда ты врешь. Я тебя прекрасно... Вот это что? Это очки силы. Так, скин, из выгодного скин. Там только за 60 мега ящик. Молчок. Скин, звездный скин. Точно ничего нет? Точно ничего нет. Да ты врешь мне! Ну тут из выгодного только мега ящик за 60. Ты мне врешь! Нет, честно. Глаза посмотри мне. Он мне врет, да? Ладно, я поверю тебе. Ну, ребят, вы знаете, если есть какая-то лазейка, вы об этом знаете, напишите об этом в комментариях и скажите, какой Антон дурачок. Че ты улыбаешься? Я не поняла. У меня осталось 90 последних. Нет, я пока не буду тратить. Я пока открою. Открою. Как же я хочу легендарку хотя бы одну, наконец-то. И в то же время не хочу, чтобы по линии выпала как бы. Открываем большой ящик. Ну, что-то, да. Мега ящик, не подведи, пожалуйста, дорогой мой! Ну это грустно смотреть. Я не сдамся до конца. А вот вопросик, Антон, а сколько ты денег потратил на это все? Рублей? Ну там типа около... 10 000 рублей. Хорошо. Плохо. Семейный бюджет минус 10 тысяч. Мега ящик, пожалуйста. 6! 6! Тихо! 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 Да ладно! Драматический! Я думал, это кактус наконец-то выпал! Это 2 балла? Это 2 балла. Это 8 из 9 хроматических уже! Сундакучи, я не дохти! Так, ты меня только не... 20 000 на запястье! Мы в Дельте. Какая счастливая. Гуси. Я знаю, что Полина, короче, сразу подумала, что она хочет. Вот это хочешь. Вот это хочешь? Да. Да. Сколько стоит? Вы сомневались в моей везучести? Ты зря это делал, дорогой мой. Ну, пожалуйста, посмотри. 7 баллов. 7. И я даже не все открыла еще. Повезло, повезло. Ты признаешь? Да. Ты признаешь мою везучесть теперь? Да. Слушай, капец. А у меня тут еще много. Я не понимаю, знаешь, чего? Не трогай. Мне другой непонятно, какого черта у меня почти все мифические, но до сих пор ни одной легендарки. У меня нет ни одной легендарки. У меня все почти персонажи, кроме легендарки. Какого черта? Ну вот так. Кайфует. Сумка Гуччи. Полина после записи видео. Пульт управления в мои руки, пожалуйста. Итак, сейчас я буду заклинать мой пульт управления на победу. Слушай, а ты что-нибудь придумал на там 9 баллов? Нет? Шоколадки. А ты что, думал машину? Как минимум. Так, большой ящик. Продолжаем. Я считаю себя уже победителем на самом деле. Поэтому я не обижусь, если ничего не попадется. Ты бы офигел, если бы в маленьком ящике выбила что-то. Да, я бы прям вообще. Особенно легендарку. Так, мега ящик. Открываем.
повезло. Большой ящик. Большой, давай. Никого пока нет. Давай, ну уже все равно выиграла уже хотя бы по максимуму. Открой мне хотя бы каких-то персонажей еще. Или ты только за призы умеешь открывать? Ну да. Блин, вот что с больших ящиков ничего не падает? Вообще как будто подкрутили большие ящики, и с них теперь ничего не падает. У меня немного осталось ящиков. Помолись там. Вставай туда, на коленки. Не-не-не-не-не. Ну это ж для тебя. Ладно. Так. Это твои молитвы были услышаны. Кровотища! Нет, это... А, это эпический, ну плюс один балл, плюс шоколадка, блин. Ладно, так уж и быть, я щедрая душа. Антон, ну не зря на коленке становился. Он притом новенький, я за него еще не играл, и, блин, я тогда Бравл Пас не покупал. Продукты 24. Кто хочет шоколадку? Я. А ты себя хорошо вела в этом году? Да. Ну что, пойдем покупать? Да. Ахмед. Выбирай любую. Ну давай, Пенгольд. Довольно? Да. Выиграла? Да. У меня тут в куче пакете доширак. Нам жрать больше не нужно просто. О, а у меня еще получается есть? Ну, да, да, да. Мега ящик. Ну, было бы забавно, если бы попался что-нибудь. Да, да, да. Ты почему мне не может легендарка выпасть? У меня проклятый аккаунт какой-то. Ну, все у тебя получается. Ну, ты можешь открыть, смотри, ты можешь открыть еще сверху. Возьми и открой два уровня, у тебя будет большой ящик и мега ящик. И потом ты купишь еще отдельно мега ящик. И все, у тебя заканчивается вообще гема. Хорошо, я тебя послушаюсь. Открываем большой ящик. Три? Ну, ничего. Удвоитель жетонов. Обожаю. Последний мега ящик. Нет, не последний, это предпоследний. Ты еще купишь одну. Ладно, предпоследний мега ящик. Пять. Ну ладно, не повезло, не повезло. Знаешь что, давай попробуем кое-какую тактику. Сейчас ты возьмешь, купишь вот мега ящик, но не открывай его, подожди. Открываем? Открываем. Все, ты закончил свои? Да, 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 все, молитвы закончены. Давай, протягиваем луч в космос. И вставляем его в жопу. Открываем. Давай. Блин, обидно, скажи. Столько молитв, так все по говну. Ну, слушай, я не расстраиваюсь. Сумка Гуччи, шоколадка, ну как бы. Я тебе, короче, в сумку Гуччи положу шоколадку. И сделаю шоколад на сумку Гуччи. У меня теперь новые персонажи. И минус кошелек. Я довольна сегодняшней игрой. Наконец-то. Я тоже доволен. У меня наконец-то 40 бойцов. У меня еще чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Би-би-биа. Нани. Хочу Нани себя. Хочу Нани. Хочу себе Спайка. Хочу Сквика. Хочу Ворона. Леона. Дайте мне Леона. Ни на одном аккаунте у меня нет Леона. И один Эш остался. Пишите в комментариях, если вы считаете эту игру тоже удачной и успешной. Если вам понравился этот ролик. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Милскейл и Вэл. Пока-пока. Пока! Пока.